Администрация и профсоюзный комитет Лидского городского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства с 50-летием поздравляет водителя Владимира Владимировича Острейко. Прекрасный возраст, 50, спешим поздравить с днем рождения, здоровья, счастья пожелать, хорошего лишь настроения. Чтобы достаток в доме был, друзья всегда вас окружали, чтобы были вечно молодым, легко и просто цели достигали. И пусть огонь в глазах у вас ни на минуту не погаснет, у вас сегодня юбилей и жизнь как никогда прекрасна. Сегодня мы опять все вместе собрались, ведь мы все реже стали видеться с годами. Давайте выпьем за святое слово «жизнь», что нам подарено однажды матерями. День рождения, гитара, пой, подруга, ведь прошло уже немало этих дней. Жизнь не сломала нас, и в том друзей заслуга, и этот тост я поднимаю за друзей. А жизнь как спор, в ней невозможно проиграть. Нельзя в ней сдаться, признавая поражение. И будет вновь она на прочность нас пытать. Ведь наша жизнь — одно прекрасное мгновение. День рождения, гитара, пой, подруга, ведь прошло уже немало этих дней. Жизнь не сломала нас, и в том друзей заслуга, и этот тост я поднимаю за друзей. Здесь каждый знает, если нужно в трудный час, друг постучится в дверь у твоего порога. Как хорошо, что жизнь связала вместе нас. Всегда я верил лишь в друзей и верил в Бога. Гитара, пой, подруга, ведь прошло уже немало этих дней. Жизнь не сломала нас, и в том друзей заслуга, и этот тост я поднимаю за друзей. Жизнь не сломала нас, и в том друзей заслуга, и этот тост я поднимаю за друзей.